с Кариночкой занимается поделками и вообще шитьем. И у нее очень хорошо получаются такие вот всякие маленькие вещи. Представляете, как у нас мини такой вот конус, да, вот Руфедя знает, как называется. Молодец. Подержи, Феденька, пожалуйста, для машинок маленьких. А это вот Кариночка сделала собачку, шила сама. Я не знаю, Карин, ты это делала по какому-то, ну, где ты взяла вот образец? В Пинтересте. Это что? Ну, такое приложение, где много всяких идей, фотографий. А вот материал где ты взяла? Ну, тряпочки. Представляете, все пуговки где-то понашла вот эти, да? Посмотрите, вот что значит талантливый ребенок. Вот все вот это сама сделала, собачку вместе с... Лежаночкой. Вместе с Лежаночкой. Ну, просто это очень мило, это очень мило. Ставим Кариночке лайки и подписываемся на наш канал.